Здравствуйте, дорогие девочки, вижу, присоединяетесь. Сегодня времени у нас будет не так много, немножко, поэтому решила, раз уж времени получилось мало, значит, будем уделять внимание ремням. Лета у нас уже приближается, солнечные теплые деньки уже были, вы их видели, солнышко светило, наверное, у всех, градусов 20-25 было в Москве, поэтому уже видела, что летнее платье, все футболки, легкие наряды. И вот, как обещала вам, немножко никак не могли уделить внимание ремням. Вот давайте как раз таки начну вам показывать. К сожалению, сегодня не то платье, здесь узковато, кратковато, чтобы их место, я имею в виду, чтобы их на себя примерять. Очень надеюсь, что уже когда мы наконец переедем, места будет больше. Вот, поэтому давайте я вам буду понемножку показывать. И вот и за мной ремни стоят. Даже не знаю, как лучше сделать. Может быть, попробовать вот так вот и показывать вам их, наверное. И вот, может быть, буду снимать, чтобы собой не закрывать с полочки. Попробую, наверное, лучше так. Ну вот осталась у нас такая одна вот красота в этом цвете. Заодно покажу вам и сумочки вот эти есть в таком же цвете. Ремешок этот остался один. Да, вот такая красота. Можно сделать шикарный летний вот этот комплект. Сумочка и ремень. Сумки есть в этом цвете из напы кожи. Я вижу, что там еще, по-моему, на вешалке висят, наверное, такие трапеции. Есть точно из такой кожи. Но кому нравится этот цвет и у кого есть такие сумочки, рекомендую вам поторопиться, потому что ремень остался только такой. Стоит он 4800 рублей. Они все длинные, как вам и говорила, что не знаю аж как лучше. Ну, наверное, завязывать, если буду, это будет долго, не буду я на себя завязывать, потому что времени мало, не успеем, ведь ремней много. Они есть с дырочками просто, все двухсторонние, кожа здесь, сейчас это одинаковая мягкая кожа с обоих сторон, ремешка, логотип Марина Криозони, с какой он тут стороны напечатан, не вижу на ремне. И, соответственно, хвостик рассчитан на завязывание, поэтому ремень длинный, он 115 сантиметров. То есть вот полотно само в цвете фуксия, осталось только одно. Пряжечки можно менять, то есть есть вот такая красивая выразительная пряжка, большая, здесь нет ни страз, ничего, это все гравированный металл, золото, но пряжки у этих ремней можно менять. Буду вот показывать все по очереди. Вот такая красивая платина. За сумкой уже не пойду. То есть ремень в цвете платина. Как вот у нас есть браслеты. Бедные браслеты. Почему-то у нас тут чуть-чуть на бикрень наклонились. Обвалились. Сейчас их надену. Вот как раз время есть показать их. Зацепились. То есть есть вот эти браслеты. Забыла нарядить. Здравствуйте, мои дорогие. Да, кто интересуется в YouTube, с кем я здороваюсь, со своими знакомыми друзьями. Да, я здороваюсь с моими давними покупателями, которые у меня покупают 10, 15, 20 лет итальянские аксессуары, которые, да, многие из них стали моими друзьями. Для кого-то это диковинка, но для нас это норма жизни. Поэтому, если здороваюсь, то я вижу людей знакомых, которых я знаю в реальной жизни, которые являются моими покупателями, сторонниками, адептами моего стиля продаж, бренда Ирина Кириченко и Bags & Belts. Так, то есть вот есть платина, соответственно, вот такая пряжечка. Теперь буду все подряд, чтобы не путаться. Есть ремешки, если не ошибаюсь, 3,5 сантиметра, то есть и не четверка, и не тройка. Вот есть чисто белые. Золото есть и никель, то есть пряжка есть золотистая. Есть пряжечка никелированная. Здесь тоже без люверсов, просто дырочки. Точно так же все, не буду повторяться, они все одинаковые. Вот он, логотип Марины Криозони. Made in Italy, сделано в Италии, и ремешок он одинаковый, они все одной длины. Пряжку можно переставлять, ремень укорачивать, удлинять вот в этом месте. То есть пряжечка укорачивается, удлиняется в
у винтика винт разворачивается вот здесь, отворачивается эта часть, отрезается ремешок до нужной длины, дырочка здесь пробивается, вот такая машинка у меня есть, и становится он короче, винтик заворачивается. Теперь есть вот такая белая красивая четверочка. Опять же, минимализм, пряжечка аккуратная, как будто сплетенная между собой проволочка. 4650, но вот эти ремни все, в зависимости от пряжки, они все стоят где-то... Так, подождите, мне здесь не видно, не знаю, как лучше сделать. Вот так надо отойти, в Инстаграме вообще ничего не видно. Так, они все где-то в 4800, 4650. То есть, опять же, пряжку можно заменить, полотно белое, зернистое, мягкое есть в наличии. Красный, есть опять же красное полотно для тех, у кого красная сумочка. Ну вот у нас тут стоит, еще бы ничего не разрушить. Вот такая красота, красная сумка Марина Криозони, красный ремень. Будет замечательный комплект, то есть такой комплект, он подойдет к любому наряду, потому что связующие между собой, да, звено и сумка, и ремень. Какой наряд не наденете, ко всему будет хорошо. Пряжку можно менять, и заодно вот это одна из самых любимых пряжек, это подковка. Все она всем полюбилась, удобная, красивая, и соответственно 5000 стоит вот такой ремень. Если вы меняете пряжку, цена зависит от пряжки, то есть полотно можно поменять, но только цена зависит, есть люверсы или нет люверсов. Ну вот, например, что я имею в виду люверсы, то есть дырочки, чтобы ремень носился дольше. Ну и в таких минималистичных пряжках очень красиво они смотрятся. Вот сейчас покажу, как это выглядит. Так, а то мы все какой-то урывками добегаем. Я думаю, что в субботу попробуем все аккуратно разложить. Вот так красиво получается. И пряжечка вот такая, минимализм, и здесь большое свободное пространство, и поэтому вот эти люверсы, они еще и являются не только удобством, что дырочки эти сохраняются долго, но еще и красота вот так вот украшает. И вот, конечно, это цвет авиан, небо, небесно-голубой, цена этого ремешка 4600. То есть, видите, где-то минималистичные пряжки, ремни стоят дешевле. Ну и опять же повторяю всем, что цена зависит от поступления. Каждое поступление формируется цена. Где-то доставка, растаможка была больше, где-то немножко меньше. Какая транспортная компания, какой вес, что шло с этими ремнями. Я объясняла, если шли цепочки, они тяжелые, а стоят недорого. Соответственно, доставка разбивается на все, я же не взвешиваю цепочки. Получается цена на ремешок. Поэтому где-то может цена отличаться. Есть вот такой красивый, просто великолепный ремень. Он смотрится очень красиво в джинсах. Таких уже кесетов, сумочки были точно такие. Вот есть такой красный кесет, на нем прям набиты вот такие же заклепочки. Ну а это вот такой классный летний со всеми джинсами. То есть цвет джинсовый, особенно светлых джинсов, у вас будет такая красота по всей длине. Очень красивый оригинальный ремень. Какие джинсы не наденьте, он будет украшением. И вот идут вот эти вот все разные металл, то есть заклепочки все разного, сделаны из разного металла, желтого, белого, состаренного. Ну и пряжечка, если не ошибаюсь, это никель, то есть белый металл. Пряжка из белого металла. Так, теперь вот такой синий, именно вот цвет джинсов. Синий ремень джинсово, практически джинсового цвета, когда джинсы новые, не выстиранные. Ну, я думаю, что он тоже где-то стоит 4800, не надетый ценник. И здесь вот сделаны как будто такие пузырьки на металле, то есть ни страз, ничего. Это так сделана гравировка на металле. Фабрика Марина Криозони 25 лет выпускает ремни. У них очень хорошая гальваника. Может быть, уже, скажем, прийти в негодность старым полотно. Но вот эти пряжки живучие очень, не знаю, по 10 лет живут. И, ну, может быть, немножко внешний вид, конечно, поменяется, но сохраняется практически в таком же состоянии. Раньше вот были стразы, стразики могли выпасть, если вы ударили, например, сняли джинсы, ремень, да, где-то об кафельную плитку, то тогда стразики могли выпасть. Но опять же, они есть запасные, их можно вклеить и носить дальше. Теперь вот бордовый цвет, это вот вино, виначо.
Здесь тоже минималистичная пряжечка, вот такая маленькая, круглая. Такой ремешок, я уже не смотрю, есть ли люверсы или нет. Стоит 5000, да, стоит 5000, потому что здесь люверсы. Люверсы – это ручной труд, они набиты вручную, поэтому очень часто, когда полотно с люверсами, оно может удорожать немножко вот эта стоимость. Иногда, когда переодевают уже пряжку, да, она стояла на полотне с люверсами, переодели, если металл похож, могут уже ценник и не переодеть. Поэтому тут разница, люфт где-то 100-200 рублей, но вот именно вот это с люверсами стоит 5000. Цвет вот такой винный бордо. Вот теперь точно так же смотрится ремешок бордо с уже вот этой пряжечкой. Я думаю, что это конфучили металл. Здесь уже ценник 5500, потому что пряжка другая и люверсы. То есть здесь есть люверсы и уже более, наверное, сложная в изготовлении пряжка. То есть уже такой ремешок стоит 5500. Носятся они долго, кожа двойная, два слоя склеены между собой. Поэтому здесь они долговечные. Теперь есть вот такой красивый светлый. Я думаю, что это нюд. Да, червонюд, то есть натуральный цвет кожи, тела. Здесь вот тоже такая интересная пряжечка. Тоже она любима всеми. Много сезонов я ее уже продаю. И вот такой светлый ремешок. Это все 4 сантиметра. Я думаю, что он тоже будет стоить где-то около 5000. Объясняю, у нас бывает очень много людей, но бывает одновременно 3-4 человека. И когда всем нужно что-то объяснить, показать, достать и помочь, подсказать, одновременно 3 человека, можно ремень продать и просто забыть снять ценник или не успеть одеть новый. Поэтому потом все это убирается, чтобы это не было навалено на диване. И, соответственно, иногда может такое быть, что на чем-то ценничка и нет. Временно. Так, вот он, кстати, цена 4500. Вот эта пряжка, видимо, еще поступление более раннее было, иногда и курс меняется, может, не переодеваем каждый ремень. Ну да, здесь вот конец 22 года, 24 декабря, поэтому курс был еще низкий, и вот ценник низкий. Ну, 100-200 рублей, говорю, люфт, просто уже не будем придавать особого этому значения. Здесь цвет смог, он такой серо-бежевый, как капучино, очень универсальный, таких сумок было очень много именно в осенне-зимний период. Такой цвет, который можно носить круглый год. Их много покупали у разных марок, поэтому подходит он к сумкам разных производителей. Потому что, как правило, итальянцы, они покупают, заказывают кожу очень часто у разных производителей. Цвет, допустим, пересекается. Здесь цвет... здесь пишут, что переодевали, потому что написано Nero, то есть пряжку переодевали на другой цвет. Я думаю, что это цвет капучино, кофе с молоком. И здесь уже вот такая интересная пряжечка, вот с гравировкой, квадратная. Опять же, могут быть эти ремни с люверсами, могут быть без. Этот ремешок с люверсами, они здесь будут очень хорошо смотреться, потому что пряжка большая, пространство открытое большое. Так, сейчас я надену. Вот, соответственно, когда маленькая вот такая пряжка, вот тот, что мы видели иначе, маленькая пряжка, там люверсы смотрятся не так интересно. А вот когда пряжка большая и много здесь пустого пространства, то она очень хорошо смотрится и на талии, и вот с платьем отлично, и с джинсами. То есть сами люверсы являются украшением ремешка, и удобно, потому что сохраняются дырочки в целостности своей очень-очень долгое время. Кто-то носит, может быть, просто для, скажем, красоты, для дополнения лука, а у кого-то джинсы съезжают, когда большая разница между бедрами и талией, и тогда эти дырочки просто необходимы. Так, теперь есть вот такой посветлее тон. Здесь красивая пряжка, немножко стразиков. Чуть-чуть просто. Ну и сейчас они очень хорошо и актуально смотрятся на платье, потому что стразы опять входят в моду. Показывала вам кроссовки и джинсы. Вот, здравствуй, дорогая Викочка.
Если не учитывать переезд, то все нормально. Если учитывать переезд, то просто ужасно. Вот, и, соответственно, здесь ценник уже 6200, потому что здесь очень много страз, это все ручная работа, и вот эти стразики, показываю во все соцсети, они клеятся все руками. То есть каждый вот этот стразик, здесь их много мелких, он приклеивается вручную. Ну и думаю, что наверняка тут, нет, я не вижу, чтобы здесь были люверсы. Вот, я думаю, что, ну, или переодевали, но на такую пряжку люверсы, наверное, она более гламурная, не подходит. Опять же, вот светлый ремень есть, вот цвет, только показываю полотна. Вот эта красивая пряжечка, хорошо, идеально для джинсов, не совсем простая, вместе с тем такая симпатичная, углы не торчат, комфортная, удобная. И светло-бежевый цвет ко всем летним нарядам. Так, здесь есть вот такая золотая пряжка. Если сумки, допустим, марок Джероначчи, Марины Криозони, у протези, фурнитура почти вся золото. Золото всегда ассоциируется с богатством, с роскошью. Там, где фурнитура золотая, нравится, не нравится, ну, тогда приходится подбирать металл ремня под фурнитуру сумки. Здесь вот такая же пряжечка в золоте. Цена 4500. Опять же, вот, наверное, нет, это 11-23 года. То есть пряжка спокойная, ценник объясняю, от чего зависит. Может, одинаковая пряжка стоит по-разному. Зависит от того, с чем пришла. Так, и вот более темный такой цвет, точно уж кофе с молоком, опять же никель пряжка, здесь вот темный металл, конфучили, красивая темная пряжечка, такая вот она граненая, уголки срезаны, ничего не впивается, тоже красиво смотрится на, скажем, джинсах. Конечно, хорошо на себя это все примерять, если бы на это оставалось время. Так, есть белый ремень, вот такие полотна еще остались от предыдущих лет, когда кроили их вот так по косой, и, допустим, здесь белое, здесь кальфом подбивали. Опять же, теперь они все сами полотна со скидкой, потому что объясняю, что, например, этим ремням 3-4 года, когда-то их было очень много. Если вещи вы пользуетесь, да, влага, пот, кожа пропитывается. Если она лежала на полке, соответственно, кожа пересыхает, она становится более уязвимой, более рыхлой. Ну вот поэтому, как правило, вот ремни с такими полотнами, они все стоят 3-3500. Если кто-то покупает, допустим, на летний сезон светлый ремень и хотите немножко подешевле, то, пожалуйста, они хорошо носятся, но как будет вести себя вот этот обратный слой, который ни влаги, ни, скажем, пота, ничего не касался тела, ну, поэтому на них и скидка практически полцены не будет стоить. А там они белые, несколько разных ремешков, ну, а эта пряжка новая, так что, пожалуйста, тут по желанию можем вам пряжку нарядить, какую вы хотите. Ну, если она будет дороже, то стразики или еще что-то, то тогда тоже будет и ремень. Я думаю, что смысла в этом нет. А здесь обычные простые пряжечки. Есть вот такая красота, опять же, вот полотно из остатков прошлых лет, оно будет, соответственно, со скидкой. И есть вот такие красивые пряжки со стразами. То, что раньше шло в скидку распродажу, теперь оно становится актуальным. Люди приходят, ищут вот эти пряжки со стразами, потому что покупают и сумки, и кроссовки, и одежду. Вот у Вики джинсы вы видели все в стразах. То есть это набирает, скажем, популярность актуально, и теперь вот эти пряжки, они пользуются как раз-таки повышенным спросом. Поэтому вот эти все остатки, кому нужны, вы приходите сюда, будем обсуждать их стоимость, какой пряжкой, сколько стоит. Но вот эти полотна все, они все со скидкой. Именно вот такие, которые сшиты, скроены по косой. Они идеально сидят на фигуре, но их сложно кроить, и фабрика потом перешла на вот такие двухсторонние, из двухсторонней кожи. Ну, вот здесь написано 3600, например. Ну, вот здесь очень красивая вот такая пряжка. Посмотрите, какая у нее геометрия красивая, стразики. Это все стразы Сваровски, как и браслеты. Заказываются... Ой, сейчас, подождите, включу. Все эти стразы заказываются в Австрии. Целый день сейчас. Подождите, пользовалась телефоном, пишет, зарядите телефон, а то сейчас выключится, девочки дорогие, один секунд, подождите, чтобы тут все не разломать. Вот сейчас забыла, и большой телефон снимаю, теперь обычный, а там итальянский номер нужен, он был мне сегодня, вот, поэтому все получилось, не знаю, какая там, не очень такая камера, может быть, последняя.
Вот. Теперь металлик. Вот он, кануфучили, то есть серый металлизированный ремень, который подходит, опять же, к сумкам разных производителей. Вот этот металлик Кана, даже если вы покупаете черную сумку с вот такой вставкой, то будет очень хорошо смотреться к ней вот такой вот ремень серый кануфучили. И вот пряжечка, скошенные уголки тоже кануфучили. Цена вопроса 5000. Вот такая интересная пряжка. Немножко как капелька, тоже она уже более овальная, тоже вот такая граненая, видите, выпуклая, фигурная. Смок ремень бежево-серый, 5100. Это вот практически все, показываю вам четверки. Вот вам серебро. Вот, кстати, сумка стоит такая, кануфучили. Не показала вам. Ну, уже не буду теперь все рушить. Вот есть просто серебряный ремень. Вот, смотрите, пожалуйста, можно такой комплект. Серебряный браслет и серебряный ремень. Будет здорово смотреться. Стразики у вас на руке будут мерцать, сверкать. И, соответственно, ремень серебро. Сумочек таких действительно много. Стоят уже, за ними не пойду туда пробираться. Вот еще ремешок. Как бы сказать, мутант. То есть здесь ремень новый, здесь другая подложка, но еще скроен по косой. Все нужно звонить, писать, потому что еще до переезда далеко, еще только подписали договор, еще ни кондиционер, ничего не ставили. Когда это все будет, я не знаю, потому что сейчас идет две аренды, поэтому я всем говорю, вот сейчас у нас такая же сейчас небольшая проблема. Давайте уже в конце расскажу сейчас. Вот кануфучили. И пряжка тоже кануфучили. Вот здесь для тех, кто любит большие пряжки, чтобы украсить джинсы, чтобы как-то это смотрелось интересно. Вот, и, скажем, кто может быть крупный, кому нужна крупная пряжка, а мелкий не смотрится. Вот это будет очень красиво. Она граненая, не страз, ничего, но пряжка большая, темный металл, очень интересная, красивая. 4600 стоит. Ну и вот металлик. Вот там стоит сумка, не буду уже вынимать, потому что сейчас все разрушится. Почему прошу звонить? Потому что, когда я работала одна, я уезжала, магазин был закрыт. С другой стороны, вот сейчас объясняю. Магазин у меня шоурум. Мы отправляем СММ посылки 18 метров квадратных. Вот тут нашла случайно, где-то покупательница нашла в Ютубе ролик сумки, которые год. Вот еще были Джани Конти сумки, вот эти с клапаном, как моя. Год, и прям написано под роликом, один год назад. И вот вопрос человека. 28 тысяч стоит такая сумка Джани Конти. А она приобрела сумку элитную, премиальную, Марина Чемилана из кожи ягненка. И задает мне человек вопрос, почему большая сумка стоит дешевле, чем я купила маленькую за 36 тысяч. Ну, потому что и другая марка, другая кожа, другой дизайн, там вышивка машинная. Ну, странный, честно говоря, вопрос. И человек говорит, мне не уделили внимания, я вышла обиженной. Ваша, значит, помощница разговаривала с приятельницей. Но к моей помощнице не ходит приятельница. У нас висят камеры. Я включила, у Лены одновременно три человека было в магазине. Три. Помимо этой покупательницы. И стояла покупательница, которая приходит каждые выходные и практически покупает сумку. Я не знаю, что надо было сделать Лене в этой ситуации. Вот сегодня тоже человек выбирал его. Она говорит, я хочу посмотреть, я хочу подумать. Я не знаю сама, что хочу. Но я не знаю уже, плеть, плясать. То есть и деликатный человек очень никогда никому не лезет. Если что-то нужно, что-то нужно спросить. И человек выбирал, мерил, сам решал. Уделяли внимание другим. Поэтому я говорю, что у нас маленький. Человек хотел попасть в салон. Мы не оправдали его ожидания, что у нас не салон, у нас просто маленький шоурум 18 метров. Поэтому у нас нет возможности чая, кофе. Ну, нет у нас физически, нет места. Ну, поэтому вы должны понимать, что у нас шоурум, сбор посылок, коробки, все это. И поэтому жалюзи всегда закрыты. Всегда говорим, звоните, пожалуйста, потому что и людей очень много может быть, и кто-то куда-то может отойти, и заболеть, и все угодно. Поэтому сейчас, особенно когда это связано с переездом, звоните, пожалуйста, потому что я сама не могу вам ничего сказать, я и сама ничего не знаю. В самый разгар сезона я очень устала, что вы там ни говорите, я живой человек, я не робот, и достаточно уже, скажем, такого немолодого возраста. Я очень устала, это видно на лице, и вот это все решили, эти кондиционеры, кто их будет ставить куда, как переезжать, все это. Поэтому пишите, звоните, я вам все отвечу. Не знаю сама. Я бы завтра переехала, уже забыла, поставила на этом крест. К сожалению, так не получится.
Так, вот это любимое всеми яблочко. Все, что в наших силах, мы делаем. Все, что выше моих сил. Если у меня одновременно три человека в выходной день, ну что я могу сделать? Мы пытаемся уделить всем внимание. Кто задает вопрос, человек задает вопрос, ему отвечают. Он хочет поговорить, с ним разговаривает. Другой молча выбирает, примеряет. Мы же не знаем, что ожидание того, что я не знаю, чай, кофе, салон, еще что-то. Нет у меня салона, нет. 5600 стоит вот такой ремешок. Это уже 5 сантиметров ширина. Он более широкий. Очень хорошо для плаща, для платья. Вот. Ну вот, Лена всегда очень ко всем внимательна. Я согласна, я просто Лену знаю. Я знаю, что Лена никогда лишнее слово не скажет, не навязывается, ничего. Если человеку нужно, она все ответит. Ну вот, поэтому я все рассказала и объяснила. Я не знаю, у меня есть камера, здесь стоят камеры, я могу все просмотреть, что было, что не было. И... Да, хорошо, спасибо большое, Николай. Вот, и вот такой красивый ремешок, покажу последний из четверки. Весь этот, как это сказать, полочку, все это показали. Есть вот такая, видите, красивая, тоже сейчас вот вы разденетесь, я имею в виду верхнюю одежду снимете, посмотрите, здесь вот мягкая кожаная подкладочка и вот такая красота. Теснение под питон будет очень хорошо смотреться со светлыми брюками, серыми джинсами, с черными. Вот такой вот летний ремешок. Тоже 5400. Ну вот эту полочку я вам хотя бы всю показала. И принцип объясню, что здесь вот на второй полке стоят практически все ремни черные. То есть те же пряжки, полотно вот есть черное, видите, можно менять. То есть много пряжек я вам показала. И, соответственно, вот здесь черных ремней очень много, стоят черные полотна. Вот, например, золото, серебро. Вот здесь немножечко с блеском, разные стилистики. И эти полотна черные. И вот то, что нам показывала Вика, вот я сейчас в таком ремне, очень хорошо он смотрится. Вот смотрите, с рисунком, с тиснением. Вот такие ремешки новые они сделали. Очень хорошо смотрится. Вот он сейчас с мотивами цветочных узоров. Прям на мне надет. Смотрится гораздо интереснее, чем обычный, скажем, черная кожа обычная телячья. Смотрится интереснее, наряднее. Ну уж не знаю. Вот. Тут чуть-чуть это двину, чтобы... Вот, видно во всех соцсетях, вот у меня такой ремень, он смотрится намного интереснее, чем обычная матовая кожа. Есть он вот коричневый, вот такой красавец, смотрите, какой прям шоколад, очень красивый. Пряжку можно любую из тех, что я вам показывала, вот здесь такая пряжечка белая. Вот. Есть он бутылочного цвета, кстати, есть такая сумка зеленая у нас, Марина Чемилана, вот они все, видите, мягкая кожа, скроенный по косой. Этот, наверное, я думаю, что 5300 сантиметра. И есть такой же красавец. Вот такой красный. Для тех, сейчас закрою дверь, Николай будет уже идти, напомнит. И есть вот такая красота. Белая, для платьев, для всего, с двойной пряжечкой. Очень красивый ремень. И то, что еще вам хотела показать, самое красивое, это вот такие ремешки. Платина. Узенький вот такой. И вот посмотрите, какая красивая у Марины Криозони новая пряжка. Все, чтобы человека не задерживать. Есть еще вот такие у нас красавицы косметички позитивные летние. Сейчас у кого-то подарки, день рождения, Пасха. Вот такая. Так что, девочки, вынуждены с вами сегодня попрощаться. Давайте попробуем до субботы. Приходится много заниматься не тем, чем бы мне хотелось. И вот такие вот широкие ремни. Никто не отменял еще перфорированные вот эти ремни. Будет другая минутка. Покажу вам. До свидания. До субботы. Надеюсь, что мы в субботу увидимся. Хочу вам показать уже летние сумки. Марина Криозони. Яркие, легкие. Именно лето, летние. Всего хорошего. До свидания.